История лошади на фоне самых драматичных событий начала прошлого века. Как пережить революцию, если ты породистый скакун? Здесь не важно, какая у тебя порода и заслуги. Важно, чтобы лошадь резво скакала и служила. Чего мне с тобою делать? Какая ты работница! История о любви и дружбе, когда ради друга готов на многое. Кобыл-то как? Да видишь, какая стала. Завтра вот намеревался за дровишками. Да сомневаюсь, не дойдет. Дойдет. Дойдет, дойдет. Чудное ты, ей-богу, свояк, говоришь. Овес и мука есть. А? Целый состав пришел. В 3 часа утра буду тебя ждать. Рысак. 12 сентября в 22:00 на телеканале «Самара ГИС».